Зачем дядя Мерин, угрюмый такой, таскает огромную бочку с водой? А дядя Пегас, его брат, почему летает, и бочку не нужно ему? Пегас в детстве много учил и читал. Он музыку слушал, стихи сочинял. Сейчас на земле он не часто живет. Земли лишь коснется и снова в полет. А Мерин ни петь, ни читать не любил. Зарядку не делал и даже курил. Сейчас ему видно, обидно до слез. Пегас словно птичка, а он водовоз. Умеренная жизнь, конечно, не рай. А кем сам ты станешь? Сейчас выбирай.